Дубай входит в десятку самых желанных туристических направлений. И одной из причин этому являются классные, офигительные, развлекательные парки. Поэтому сегодня вы узнаете топ-5 самых интересных и необычных парков развлечений для семьи и детей. Если вы отправляетесь в Дубай, обязательно посетите хотя бы один из них. Привет, мое имя Иван, и я обучаю людей тому, как самостоятельно найти любимую работу в Дубае. Если вам эта тема интересна, подпишитесь на канал, а также получите бесплатный курс по поиску работы любимой работы в Дубае, даже с плохим английским языком, ссылка в описании. Ну а мы продолжаем. Сразу скажу, это будет список, а не топ, но тем не менее, это топ самых крутых. Dubai Parks and Resorts. По-русски Dubai Park and Resort. Я сейчас там так хохотался. Крупнейшее на Ближнем Востоке место для отдыха и тематических парков, расположенное на дороге Шейх Заяда в Дубае. Площадь парка имеет более 25 миллионов квадратных футов. Он включает более 100 аттракционов и состоит из трех тематических парков. Motion Gate Dubai, Bollywood Parks Dubai и Legoland Dubai. А также одного аквапарка Legoland Water Park. Получив порцию острых ощущений, вы сможете отдохнуть в ресторанном бульваре Riverland. А если вы хотите быть в самом центре событий, остановитесь в роскошном курорт-отеле Лапита в полинезийском стиле, который находится прямо на территории парка. Стоимость входа 99 дирхам, 27 долларов. Горнолыжный комплекс Ski Dubai. Это уникальный и единственный на Ближнем Востоке крытый лыжный курорт. Кроме того, он занимает третье в мире место среди крытых горнолыжных курортов по величине. Находится он в торговом центре. В центре Mall of the Emirates в зоне Аль-Барша. По площади занимает территорию 22,5 тысячи квадратных метров и может вмещать в себя одновременно до 1500 посетителей. Для местных жителей это снежный рай, а для туристов, не привыкших к арабскому солнцу, тоже. В комплексе находятся 4 лыжных трассы различной сложности. Вы можете кататься на санках, сноубордах, лыжах и коньках. Есть также снежные пещеры для самых маленьких, и в том числе можно пофотографироваться с пингвинами. Стоимость билета включает в себя спортивный инвентарь, теплую одежду и право пользоваться подъемниками. Стоимость составляет 270 дирхам, либо 74 доллара за вход. Splash and Party. Самый новый, крутой, захватывающий парк Дубая для детей и всей семьи. Пока дети будут развлекаться с брызговиками и водными горками, вы, как родитель, сможете отдохнуть в баре, либо в ресторане, либо тоже порезвиться с ними. Также вы можете отпраздновать там вечеринку в честь вашего дня рождения, либо другого мероприятия. С достаточно широким спектром развлечений, предназначенных для всей семьи, единственной трудностью, с которой вы столкнетесь, это заставить ваших детей уйти. Стоимость входа тоже 99 дирхам, либо 27 долларов. Парк развлечений Global Village. Это нечто волшебное. Всего за несколько часов здесь можно открыть для себя культуры разных стран. Прогуляйтесь от лондонского Биг Бена до падающей Пизанской башни в Италии. Сделайте романтичное селфи на фоне Тадж-Махала и побывайте в Древнем Египте. Вы сможете приобрести традиционные ремесленные изделия и попробовать национальные блюда из более чем 75 стран мира в 30 торговых павильонах. И детей, и взрослых приведут в неописуемый восторг красочные парады, театральные постановки и самые разнообразные шоу, от трюков с огнем до брейк-данса и живой музыки. Кроме того, на крупнейшей в регионе ярмарке вас ждут более 50 увлекательных аттракционов. И стоимость всего 15 дирхам, 4 доллара на человека. Я там был, это действительно так и есть. Ты просто смотришь, офигеваешь с этого пространства. Оно огромное, красивое колесо обозрения, различные эти выставки. Ты смотришь действительно на разные культуры, можешь купить себе еды разных кухонь. Обалденно! Как вкусно мы живем! Настоятельно рекомендую. Аквапарк Aquaventure. Aquaventure. Произношение. Грандиозный аквапарк в Дубае на острове Пальм-Джумейра в Персидском заливе. Он один из самых масштабных не только в ОАЭ, но и на всем Ближнем Востоке. Занимает площадь в 17 гектар. А для создания аттракциона в нем задействовано более 18 миллионов литров воды. Любителям экстремальных ощущений аквапарк реально понравится, потому что он предлагает много интересного. Одни только названия заставят ваше сердце забиться чаще. Акваконда, Зумеранго, прыжок в неизведанное, 4 разных спуска из недр башни Нептуна. Также там есть почти вертикальные капсульные горки «Месть Посейдона» и спуск «Слизерин» для соревнований на скорость. Особенно круто, когда вы проплываете внутри аквариума с рыбами. Также на его территории работает 16 ресторанов и кафе. Стоимость 235 дирхам или 65 долларов. Как вам это видео? Понравилось?
Тогда поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски и топы. Обязательно получите бесплатный курс по поиску работы в Дубае, ссылка в описании. Добавляйтесь ко мне в соцсети, там же ссылка, там же есть книга по поиску работы в Дубае, можете ее купить. Поделитесь этим роликом с друзьями, помогите мне раскрутить канал, мне это очень важно, я стараюсь для вас. Жмите на колокольчик, опять же, чтобы получать новые уведомления. И приезжайте в Дубай, здесь хорошо. Пока!